Новым гостем Казанского федерального университета стал обладатель премии «Золотое перо России» Александр Минкин. Им был проведен мастер-класс для студентов и преподавателей Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Свое выступление политический обозреватель московского комсомольца начал с рассуждения о состоянии российской журналистики. Это профессия, которая гарантирует человеку неприятности, потому что он должен говорить о недостатках. Это его долг. Говорить о недостатках тем, кто за это отвечает, и тем более тем, кто в этом виноват. Александр Минкин обозначил несколько ключевых черт журналиста. По его мнению, профессионал должен обладать силой воли и самостоятельно решать, каким будет его материал. Когда вы спрашиваете, можно ли, вы перекладываете ответственность. А зачем ты его спрашиваешь? Зачем ты перекладываешь ответственность? Ты же журналист, ты взрослый человек. Ты считаешь это правильным и должным? Напиши. Александру Минкину также было адресовано множество вопросов от аудитории. Среди них будущее телевизионной и печатной журналистики, главные проблемы профессии на сегодня и многие другие. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.